Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Приехали сегодня порыбачить на свои любимые места. Полный багажник нагрузили вещей. Приехали на ночную рыбалку. Я планирую поплавать на лодке. Как раз у меня первый выход будет на лодке на воду. Ну а дети сядут с фидерами. Потом, как стемнеет, уже приплыву к ним. И будем пробовать ловить на фидера. Такие вот красивые места вокруг меня. Будем пробовать ловить рыбу. Что словим, увидите в видео. Сейчас будем раскладываться, занимать места и начинать ловлю. Накатываю лодочку. Сейчас выйдем первый раз на ней на воду. Лодочка Аквамастер 280. Взял ее неделю назад. Понравилась мне. Пока дома. Сейчас посмотрим, как она будет себя вести на воде. Подготавливаюсь к выходу на воду. Сделал так самодельный рым под якорь. Ролик поставил. Сейчас собираю спиннинги. Буду ловить на спиннинг Nautilus T-Killer и на спиннинг Maximus. Сразу соберу два спиннинга и буду выходить на воду. Ну вот, друзья, наконец-то я первый раз вышел на воду в лодке в этом сезоне, в этой лодке своей, в новой. Вот такие вот места сейчас вам покажу. Уже снимаю с воды. Погода распогаживается, шли дожди. Теперь конечно, завтра посмотрели, будет теплая солнечная погода, ночью тоже уже дождя не стоит. И мы выбрались наконец-то на ночную рыбалку. Дети сели под мостом, будем ночью ловить, пробовать сама. Ну а я сейчас поплаваю со спиннингом, покидаю. Посмотрим, может что-нибудь возьму на спиннинг сегодня. С лодки я еще, друзья, не снимал, поэтому не знаю, как будет хорошо видно. Буду пробовать регулировать картинку. Хочу начать половить на железо, на блесну Мэпс Циклоп 3. Второй спиннинг зарядил воблером. Ну, пока чего-то вот хочется покидать железо. Не знаю почему. Есть такое желание. Рыбка гуляет, всплески есть. Главное, чтобы брала. Где-то за спиной ударила. Я взяла прям под лодкой, но не крупная. Но сработал Мэпс. Ах ты, блин.
Да блин. Где гриб не хочет хватать ее. О, такая вот щучка. Небольшенькая. Ну, грамм, наверное, 600-700 есть. Так, где мои куканчики? Сейчас взвешу. Грамм вместе с липгриппом, ну где-то 500 грамм щучка весит точно. Взяла на блесну мэпс циклоп 3. Заплыл в заводь, и вот в заводе как раз взяла щука. По самой реке не хотела брать, а здесь как бы ударов много, по воде бьет, скорее всего, жерех бьет. Кидал, один удар только был по воблеру, но ничего не село. А вот на блесну одну щучку взял. Вот кидаю это место, посмотрим, может еще что-то возьмет. Пока отработало железо. Был ударчик. Но не села. Обмелела здесь. Дожди вроде бы идут, но после июньской жары очень сильно обмелела. Покидаю дуореализ от Беркинга. Довольно неплохой воблер. По осени был очень уловистый. Попробуем сейчас покидать. В рассветке арбузик. Хороший, интересный рабочий цвет. Возвращаюсь уже на базу. Скоро стемнеет. Вон наша братва. Подъехали еще знакомые порыбачить. Фидеры стоят. Что-то клево. Белой рыбы пока нету. Ну что, сухопутные? Вас снимает скрытая камера. Ну вот, друзья, вечереет. Приплыл я на берег. Ну, теперь будем ловить на фидеры. Клёва сильного нету, так поклевывает немножко. Сейчас будем перекусывать. Взяли с собой два ирпа покушать. Думаю, нам хватит до завтрашнего дня. Вот распаковываем ирп. Кто хочет, можете посмотреть обзор ирпов у меня на канале, что входит в состав. Но скажу, уже пробовал, ел их, довольно вкусные, приятные и довольно сытные наборы. На несколько человек, вот два ирпа, на 4-5 человек можно хорошо
хорошо наесться. И даже хватит раза два покушать в большой компании. Один ирп, второй. Заходите, кому интересно, посмотрите видео на канале. Наборы такие самодостаточные. И напитки, и кофе, и чай. Первые, вторые блюда. То есть покушать на природе с собой, если вам надо быстро собраться куда-то на охоту, на рыбалку. С собой берете этот наборчик, и вы точно останетесь не голодные. В комплекте таганок, можно все подогревать и кушать горячую пищу. Подача на спиннинге хорошая была. Так хорошо дернуло. Парни стояли с открытыми ртами, пока мы подбежали с Назаром. И все. Поклевочка прекратилась. Если что-то продолжится, включимся. Спиртик горит. Теперь ставим вкусняшки. Вот, друзья, рекомендую, прежде чем ставить на огонь вот эти консервы, лучше вскрыть сразу упаковку, потому что потом она будет горячая, и вам будет просто невозможно ее будет горячей открыть, пока не остынет. Поэтому мы заранее вскрываем и уже после этого греем. Буквально 5 минут и консерва будет горячей. Говядина тушеная. Первый сорт. И гуляш с картофелем. Пюре из яблок. Рис с курицей и овощами. Пошел уже такой приятный запах. Короче, друзья, готовимся к ужину. Даже если вы вдруг забудете хлеб, то в наборах есть галеты. О, поклевка первого головастика в этом сезоне. Такой вот небольшенький сомик клюнул. Сейчас достанем, отпустим его на волю. Темно уже, друзья, поэтому сильно снимать некогда. Еще один сомик. Ну, что-то пока что не крупные. Пока что головастики. Еще, может быть, когда стемнеет, подойдет что покрупнее. Ну, уже приятно, что хоть что-то поклевывает. Маленькая. Еще одна поклевочка. Сошел? Прошло полчасика. Еще одна поклевочка. Темно, правда. Включи боковой фонарь. Сомики, небольшие сомики клюют. Хотелось бы, конечно, что-то посерьезнее. Смотри. Вот такой вот небольшой сомик. Что сейчас снимем, отпустим? Что с ними делать? Конечно, хотелось бы покрупней. Очередная поклевочка. А, еще один головастик.
Ну, только подсак зря мочишь. Вот еще один головастик. Ну, у меня тоже совсем нет. Ну, снимем, отпустим. Даже ухи с такого не сваришь. Держи. Как только рыбу вытаскиваем, сразу комары облепляют. Свет включается. Отпускай. Выкидывай его. Докинь его просто. Пошел. Есть еще один. Здесь на куриную печенку. Блин, тут корчи. Свал. И идут корчи. Это посерьезней. Все-таки, Димка, мы с тобой. А, через фидер. Нет, твоя нормально. А, это фидер. Это фидер, ну. Вот тоже. Тоже небольшой. Что-то казалось, когда тянул, что покрупнее. Вот тут крюк посерьезней. Вытаскивай его, Дим. Смотри, куриную печень сохрани. Отпускай. Таких только отпускать. Оттянул, думал, что-то посерьезнее видно. Зацепился, поэтому и показалось, что покрупнее. Ну, вот если там не корч. Идет. Ну, как у меня было, там зацепился и все, и сошел. Надо нахрапом тянуть. Уже небольшой. Стой, подержи руку. Как-то тут в петлю попал. Заглатывают хорошо. Точно не сошел. А таких можно и без подсака вытаскивать. Нет. Да не сдох. Нет, это же живучие. Ну, все равно приятно. Хоть что-то поклевывает. Отпускаем. Ну, конечно, он в шоке, блин, от вас.
поплыл. Стоит в берегу. Ну, сейчас уйдет. Оклемается. Красивый. Да я его вижу хорошо. Отсюда. Подтолкни его. Сейчас только большой выплывает. Пошел. Вот. Пришел рассвет. Ночью были поклевки мелких сомиков. Надеюсь, на видео было видно хоть что-то ночью. Сейчас немножко солнце поднимется и будем выходить опять на воду. Буду пробовать ловить щучку. Фидры стоят, но пока особого клева нету. Поэтому будем пробовать по хищнику работать. Поклевочка на фидр. Подсачек. Есть. Опа. Подлещик. Блин. Не заметил. Вот такой вот подлещичек. Ну, о, Колян словил рыбку. Вот, друзья, даже не успел включить поклевку, так как схватил, даже не схватил, а больше забагрился прям при подъеме блесны из воды. Такой вот окушок, грамм на 200. Отпустила. Сейчас покажу поближе. Вот так вот. Сработала блесна Мэпс Циклоп 3. Такие вот окуня тут даже есть. Продолжаем ловить дальше. Еще одна поклевка, друзья, под лодкой. И опять не успеваю включить камеру. Сработало колебло. Русская рыбалка. Щучка захватила довольно серьезно. Доставай ее. Вот такой вот щукенцый, блин. Уже отплавали 2 часа. Ни одного удара, ни одной поклевки, кроме окуня. Вот. А тут сразу под лодкой буквально не успел даже вытянуть блесну, сын. Ну вот такая щучка, грамм 500 есть. Ну, с почином. Щука завесила 480 грамм. Ну, нормально. Первая щучка у сына в сезоне. Будем продолжать ловить дальше. Засадил, ребята, конкретно блесну. Буду пробовать отцеп. Пробуем его на деле. Хотя отцеп этот больше для воблеров, но блесны тоже получается им доставать. О, все, тяни. Вот. Вот так вот работает отцеп. Спас уже второй раз сегодня блесну. Так что рекомендую, друзья, приобретать отцепы, если у вас их нету. Еще, друзья, очередной зацеп. И сейчас опять попробуем отцеп в действии. Заплыли в такой коряжничек.
Надо отсюда выплывать. Ну, сейчас будем доставать блесну. Вот. Отцеп справился отлично и сорвал с коряги блесну. Отличная вещь. Вот, ребята, рыбалка подходит к концу. Вот такой вот у нас улов получился. Ну, еще если не считать, что ночью клюнуло около 7 или 8 самят, то улов, в принципе, зачетный. Как бы для перемены погоды. Погода у нас меняется, шли дожди. Сейчас погода хорошая сегодня. Ну, я считаю, это нормально мы половили. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. И вот поклевочка. И вот поклевочка еще на завершение рыбалки. Ничего нет? Типа так. Не, ну поклевка была хорошая. Не, вроде бы что-то есть. Сразу хочу, друзья, заметить. Лодкой я, конечно, остался очень доволен. Все-таки с лодки ловить это не с берега. Можно подплыть в разные места. Ну вот, друзья, сошла рыба. Ничего не словили. Ну и самая концовочка. Почистили рыбу. И теперь сейчас взвесим ее уже, как говорится, в готовом виде. Почищенную, без кишек. Общий вес рыбы 3 килограмма 630 грамм. Это уже почищенный. Значит, больше 4 килограмм словили мы рыбы за сегодняшние сутки.